Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня должна была быть десяточка, что-то у нас перекинуло непонятно на что. На гостевой кинуло. Сейчас. Вот теперь вот точно десяточка, это аккаунт, за который вы топите, мы будем его разыгрывать. Большинство, больше 50% за то, чтобы его разыграть. И, в принципе, я понимаю, почему. И, ребятушки, у нас сегодня еще одна мега-имбушка на аккаунте. Ну как мега-имбушка, мега-недостающий герой. Я вам показывал. Если не показывал, сейчас покажу. Что у нас творится на данном аккаунте? Не хватает у нас Валька раз, Разруха и этот 2-3 и Землеройка. И вчера на стриме, ребята, я хорошо, что подсказали, я забрал наконец-то, ребята, я забрал Вальку. Чем можете поздравить уже будущего владельца данного аккаунта, потому что ему остается только два героя. Землеройка, в принципе, и... Что у нас там? У нас осколков, по-моему, на землеройку вообще нет. Так, давайте скин качнем. Землеройка, ну, я думаю, со временем тоже будет. В принципе, самое основное мы на этом аккаунте уже сделали, получили всех нужных, скажем так, героев для игры. Ну, понятно, Разруха там, смысла в нем вообще никакого нет, нагрузки на себе никакой не несет. Землеройка — это единственное, чего здесь не хватает. Космо есть, Лазуля есть, в общем, все, что надо для комфортной игры есть. Я вам сделал обзорчик на данный аккаунт, показал его, как он, что он, где он. С условиями я вам запишу отдельный видос, где расскажу, я подумаю над условиями, что надо, чтобы... Потому что, знаете, такой аккаунт отдавать просто так... Многие там пишут, что выиграет какой-то школьник либо донат. Ребят, это все рандомчик. Но я сделаю так, чтобы по максимуму было все объективно. И человек, который его получит, возможно, я его специально привяжу и сделаю так, чтобы нельзя было без меня там, допустим, входить. Ну, это тоже, я считаю, с другой стороны, неправильно. Я этот аккаунт отдаю. С одной стороны, если выиграет там какой-то школьник, он захочет по-любому его перепродать. Тоже как бы на него убито времени, неохота отдавать. И просто так, знаете, чисто на бум тоже. Мне он, в принципе, не нужен. Я как бы его качал кайф для вас. Вот, ничего себе, еще стрелок и Ронин придачу. Но тоже так просто его три снеговика отдать, чтобы его слили, неохота. Так, ну что, поехали, открываем. Еще одного недостающего, остается только два героя, один за донат, но мы его нет, а землеройка, это уже дело времени. Так, где там наша Валя? Ничего себе, ремочная родилась сразу, видите, как бывает. Пойдем еще плюшечки пооткрываем, ну ей однозначно надо ремка, пожалуйста, просто, ребят, просто не аккаунт, знаете, а мега какое-то везение. Пару тычек, и у тебя уже Валька. Топовой прокачки, скажем так. Так, интересно, что там нам предлагают. Ну, аккаунт. Самое основное, что есть Минотавр. И пока мы шли к Минотавру, считайте, мы всех собрали практически героев, кроме землеройки. То есть это единственное, чего не хватает. О, ничего себе, посмотрите, какие паки начали давать. Обалдеть. Круто. За 20, я вам скажу, обалденнейший пак. Жалко, у меня на основе уже
Я такое часто не вижу, надо качать героев и какой-то ресурс сливать в ноль. Так, поехали по плюхам пройдемся, что у нас есть. Вот еще плюс одна рунка, отлично, плюс скины получили. Дополнительно эмблемка. Вот единственное здесь, что надо будет еще это поиграться немножко со скинами. Ну, это со временем. Основные такие скины уже на многих героях есть, как видите. Ну, на многих, конечно же, нет. Может, что-то на рынке есть сегодня интересного. Посмотрите, насколько все дешевеет. Половина розы уже за Некрос, Вольт. Просто жесть. Махатма, Трифет, он у нас уже прокачанный. Да уж. Кстати, хотел попробовать волну F. Сможем или нет? У нас космос воодушевлением сейчас. В общем, голосуйте, пока есть время. Ну, я думаю, так и так, и так, и так, и там, и там, и в телеграм-канале моем, и в сообществе больше 50% за то, чтобы мы его разыграли. Соответственно, мы его разыграем. Так, ну что, ребят, волна АФ. Последние, знаете, последние эти. Последние шансы. Поиграть на таком аккаунте. Возможно, я там договорюсь с тем, кто его получит. Возможно, буду его брать на тесты. Так как здесь герои, в принципе, относительно есть все. Чтобы не качать новые. А может и новые начнем. Пишите в комментах, что вы думаете. Можно начать на ком-то, наверное. Ну что, можете поздравить. АФ пройдено. Аджей волна. Может, начнем на каком-то другом сервере. Ради трешечка. Ну, топ явно мы там точно брать не будем. Хватило с меня этих уже топов. Так, что там у нас? Отражалки пошли. Да, вот уже с Аджей волной космо. Космо уже не тащит. Довольно-таки нехило он получает, братки. Ну, это варлок. Это реально все варлок, который кидает щит. Из-за которого реально G3. Ну, дальше, я думаю, с такими таблетками мы однозначно не зайдем. Хотя, знаете что, нет шансов уже. Уже, наверное, нет. Сейчас просто эту таблетку зафигачат. Но если, вот если бы он включился чуть-чуть пораньше, в принципе, шанс пройти G волну есть. Тут еще надо будет делать смотрителей, докачать. Они у нас здесь, по-моему, 45 уровня. Если я не ошибаюсь, мы остановились на 45. Сейчас надо будет тоже проверить. Ну, а так, в принципе, все, что надо для комфортной игры. Смотрите, еще 680 самов получили. Ну что, жмакнем. 1500. Последний, скажем так, один из последних, ну, наверное, не один из последних, последний роллинг, только за, не за, за 450, как на Сарделе, а за 1500 на десяточке. И ждите уже видосика, думаю. Так, ну, нам бы, конечно, землеройку. Ну, такое себе. Ну что я могу сказать, это рандомчик, все равно два недостающих героя выпало, слили самоцветы под ноль, дело было к вечеру. Ну и на этом хорошо.
Все, пишите комменты, пишите, что вы думаете по поводу тех идей, которые я рассказал, и уже дальше будем определяться, что будем делать дальше. Ну и, конечно же, этот, ждите видосик с тем, что надо будет сделать, постараюсь максимально сделать это объективно, чтобы все могли и имели время поучаствовать и получить этот аккаунт. Все, всем удачи, всем пока.